Всем привет! Это влогмас день 5, и на данный момент где-то 1:30. И вы спросите у меня, почему ты такая радостная? Ты же любишь рано просыпаться. Я сегодня встала в 7 утра, приготовила себе очень вкусный завтрак. А поскольку было очень темно, я все это не снимала, потому что светлеет только в 9 утра, в 10 даже. Дальше я смонтировала влогмас, выложила влогмас и легла спать. И проснулась сейчас. И я хотела пойти на тренировку, потому что я как бы регулярно тренируюсь, но я подумала, если мое тело хочет спать, значит, наверное, оно должно спать. И я просто пойду на тренировку завтра и послезавтра, и в этом нет ничего страшного. И есть такая проблема у девочек-подростков в том, что они очень любят загоняться насчет каждой вещи. Насчет того, что они не пошли на тренировку, и от этой тренировки поменяется вся их жизнь. А то, что они съели одну лишнюю конфету. Ребята, просто... И ребята, и мальчики, если у вас тоже есть такая проблема, просто если вы съели одну лишнюю конфету, от этого ничего не поменяется. Вредно не есть конфет, вредно злоупотреблять этими. Поэтому если конфет или сон требует ваш организм, просто делайте это, потому что в этом нет ничего страшного. Потому что слушать свое тело, свой организм — это очень-очень-очень-очень важно. И я проснулась счастливая, потому что наконец-то я выспалась, и наконец-то мой режим как бы начинает восстанавливаться, потому что сегодня я планирую лечь в 10, и завтра проснуться рано, и уже сделать дела, и поехать на тренировку. Сегодня я поймала себя на мысли о том, что «Лиза, ты же ведь снимаешь влогмасы, они должны быть интересными. Людям, может быть, неинтересно смотреть на твою повседневную жизнь». И знаете, что я поняла? Я не буду специально ездить на какие-то выставки, чтобы вам показывать. Я не буду специально во влогмасах, да, прыгать, смеяться, делать то, что мне не свойственно, например, если мне этого не хочется. Потому что это влогмасы, это моя ежедневная жизнь. И в обычных видео я тоже не буду делать то, что мне не нравится. И смысл показывать вам, что я встаю, встречаю рассвет, если, например, я просыпаюсь там в 1:00. Поэтому я за честность, и я за то, чтобы говорить вам, да, сегодня я не поехала на тренировку, но зато завтра я поеду на тренировку. Если вы смотрите это утром, то доброго вам утра. Если вы смотрите это вечером, хорошего вам вечера. А я пошла дальше делать свои домашние дела. Буду держать вас в курсе и все снимать, потому что это же влогмасы. В итоге мы с сестрой и ее мужем едем гулять в парк. Просто вот зачем нужна младшая сестра? Чтобы... выкидывать мусор. Да, выкидывать мусор из машины. А, снова привет. Маш, я очень хочу есть. Я тебя услышала. Я иначе всю нашу прогулку буду говорить, я хочу есть, я хочу есть, я хочу есть. Очень интересно. Тут очень так светло, очень красиво. Идем, смотрим. Верни. Угу. Здесь еще есть каток. Вот он. Можно покататься. Я не знаю, чего ребята эти ждут от этого сестрорецка. Вы знаете, просто гулять тоже хорошо, да? Правильно? Если я найду здесь что-то супер интересное, я обязательно вам покажу. Если нет, то я буду показывать, как Маша уже второй раз навернулась. Кирилл говорит, здесь проблема с туалетами, а Маша говорит, ну я пойду в кусты. Да? Ну, потому что там стрёмные туалеты. Вы были в туалетах, блин, парковских? Маш, я был во всяких, поэтому ты меня тут запугиваешь. Не тебя... Правильно, здесь такое освещение классное. Вы, наверное, могли из прошлых моих влогов заметить, что я очень люблю такой неоновый, когда от гирлянды свет или еще что-то. Вот, и здесь даже нормально, знаете, в снегу не сфоткаешься, потому что снега-то особо и нет. Посмотрите, снега-то и нет особо. Маша! Маша, это ты. Я хочу найти снежок, чтобы сфотографироваться. Лиза, тут нет снега, здесь есть лужи. А я ищу лужи. У нас есть такое кафе, ресторан на Горьковской, называется «Волна». Я говорю, Маш, может, в «Волну» съездим? Она, знаете, что говорит? Может, в «Снежинку» съездим? Мы идем. Уже минут 20. Вот так. И я жду, пока эта дорожка просто закончится. Так, ребята, мы погуляли, прошли до набережной и обратно, и там было очень красиво, но дело в том, что
там было очень темно, и поэтому снять просто... Я снимала, но вообще ничего не было видно. Ну что, куда мы едем дальше? Шалаш Ленина? Я сегодня очень много, ну немного, но у меня... Не. Мы приехали в Европолис. Так, вот так вот ребята ходят в рестораны.